Уважаемые пассажиры, продолжайте посадку на высокоскоростной поезд номер 747 Санкт-Петербург. Москва, поезд находится на седьмом пути. Нумерация вагонов начинается. С хвоста поезда. Спасибо за внимание. Экран. Купе проводника. Построен 2001 года. Так, четвертое купе. Второе, третье, четвертое. Вот оно, наше купе. Вот у нас так, для багажей разных. Тут у нас закрывается. О, нам билет просит показать. Так, а где проводник? Срочно. Вот билет. Такой. Уважаемые пассажиры, высокоскоростной поезд номер 747 Санкт-Петербург, Москва отправляется с седьмого пути. Счастливого пути, уважаемые пассажиры. Ну, случайно. Так, ну у нас, в принципе, тут все купе одинаковые. И вот с такими стеклами. Так, туалет свободен. Тут у нас мусорки, бумага, пластик и стекло. Так, тут у нас... Так, проходим во второй. Блин, надо быстрее, как значит, в купе бежать. Блин, по вагонам нельзя ходить. Ну, ладно, тогда. Пока что. А, это, ну, я понял. Так, что еще тут можно посмотреть? А, в купе проводника можно зайти? На секундочку. Посмотреть просто, что там. Нет, блин. Ну ладно. Так, тут у нас кран. Там у нас как я... А, ну понятно. А когда мы отправимся? Когда мы отправимся? Займай место. Ждем, пока нам ответят. О, отправляемся, все. Пойду пока что посижу и попью кофе. Я вот думаю, может, во второй вагон сходить. Так, нам вроде бы проводник говорил то, что можно во второй вагон ходить. Ну, я пойду схожу во второй вагон. Значит, если можно. Построен 2010, ну понятно. Мы уже читали. О! А тут другое. По-другому сделано. Тоже купе проводника. Нет. О! А тут у нас уже без. Ну, оно такое же, но только вот без стекол. Помните, у нас тут стекла были. Вот тут. По бокам и сверху. О, раздают постель. Постель. А то и без постели. Пледы. Вон уже проводник стоит. Бежать. Где мой купе 4? Да. Идем. О. Пледик.
уже ночь. Я спать не очень хочу, потому что я выпил кофе. Так, ну что еще можно тут показать, например? Они... А, вот, про что я говорил. Вот тут вот стекла по бокам, а там их нету. И у нас табличка П справа, а там она просто вот сверху тут стоит. Должен спать. Ну, значит, сейчас это моё. Да, четвёртое купе. Значит, спать. Ой, что такое? Взрыв. Взрыв. Стоп. Надо в купе огорю. Так, во второй купе, походу, не смогу. Так. Без паники, да как тут без паники? Сейчас я вон. Ё-моё, я горю. А тут нельзя пройти. Проводник! Идите сюда быстрее. Тут пройти нельзя, тут обрыв. Дайте что-нибудь там, мост или что-нибудь такое. Вы в окне. Так. Давайте. Быстрее, мост. Офигеть. О, все. Молодой. Все, блин, мира на камере. Тут что ведьма делает? Тут все уцелело. Так. Все. Тут, похоже, можно остаться. Пока. Блин. Как так могло произойти? Так, надо эвакуироваться отсюда. Где дверь? Через какую дверь? Она же там, может, заклинила. Ладно. Нет, меня еще и видно отравили. Ладно, все, бежать! Бежать, пожалуйста. Да. Ладно, все. Ё-моё. Именно в том месте, где... Именно почти рядом со мной. Блин, внутри все пострадало, там все вам горит. Пламя. Офигеть. Вау. А где проводник? Где проводник? Где проводник? Так, нам надо электровоз срочно. Электровоз высокий, туда забраться еще надо. Сейчас надо блоков накопать. Нет. Сейчас. Я смогу. Там блоков, вот он, электровоз. Все, надо забираться. Нет, понял. Так, надо забраться в электровоз. Все, мне остается только все нормально. Надо в дальнюю кабину. Тут, конечно, переберусь. Так, надо в дальнюю кабину, да? Так, надо обесточить, чтобы тока не было. Нет, просто взрывать. Так, ток убрать. Ток убрать. Так, попробуем. Ух, ё-моё! Убануло всё. Так. Всё, надо бежать. Побежали отсюда, надо на другой поезд. Все, всем пока. Ставьте лайки.
и у меня сегодня взорвался поезд.